Привет, друзья! Российские военнослужащие опубликовали кадры удара украинского FPV-дрона в грузовой автомобиль «Урал». Благодаря дополнительной защите в виде решеток экипаж грузовика не пострадал. Военнослужащие переждали атаку и поехали дальше. Сёма, останавливайся! Останавливайся, ты придурок! Блин! Все целы, нормально? Никого не задело? На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.